Всем привет! Сегодня я расскажу, как восстановить испорченный каталог Lightroom. Чаще всего каталог Lightroom хранится по пути диск C, Users, Pictures, Lightroom CC. Повреждения эти возникают вследствие неправильного завершения работы с программой или выключения Windows, когда у вас ноутбук садится, к примеру, или выключился свет или еще какие-то проблемы. Чаще всего портится файловая система или программа может быть завершена некорректно, и после этого Lightroom не открывает каталог с вот такой вот ошибкой. Как мы можем посмотреть, если открыть в текстовом редакторе, то мы видим этот файл не что иное, как база данных SQLite, которую, в принципе, мы можем восстановить стандартными средствами. Для этого мы идем на сайт SQLite.org и качаем SQLite Tools Win32x86. Нам нужен именно командный shell. Так, как мы видим, я его уже скачал. Копирую SQLite 3 в каталог. Вот. Теперь нам необходимо открыть командную строку от администратора. Можем скопировать путь. Правой кнопкой мыши вставляем путь, перешли в каталог. Так, видим наши файлы. Для восстановления базы мы указываем наш SQLite, указываем файл, указываем команду recover. После этого нам нужно вызвать опять SQLite и сохранить в новый файл. Действие это займет некоторое время. Вот мы видим, что у нас есть ошибки в таблице Lost and Found, которая, по идее, должна служить для того, чтобы восстанавливать наши файлы, но, видимо, что-то произошло. Действие может занять достаточно приемлемое время. У меня компьютер мощный. На нем SSD диск, поэтому, скорее всего, будет немного быстрее. Видим, что закончилась работа по восстановлению. Видим, что наш файл немного даже больше весит, чем наш сломанный 88 мегабайт. Теперь мы переименовываем старый файл и нашему файлу даем имя. Видим, ошибки больше не возникает. Photoshop открывается, и у нас загрузятся наши последние фото. Всем большое спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.